Всем привет, ребята! Вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк. Сегодня продолжаем играть растений против зомби 2 и проходим 35 уровень в Древнего Египта. Давайте зайдем мы с вами в наш огородик и сейчас соберем все остальные растения, которые уже готовы. Возможно, они нам понадобятся в 35 уровне. И давайте еще посадим на пустые горшочки и сразу же польем. Окей, давайте выходим обратно и... И сейчас постараемся, по крайней мере, пройти 35 уровень. Я еще даже не пробовал, не смотрел, что там им вообще нам подготовили, приготовили. Вот, и надеюсь, у нас все получится. И чтобы все получилось, ребята, вы поставьте прямо сейчас лайки и подписывайтесь, конечно же, на канал. Так, у нас зомбосс что-то нам вещает. И... Так, это у нас босс. Босс Древнего Египта. И у нас, мы видим, есть уже... Мы можем его заморозить, интересно? Нет, нифига не можем. Давайте ставим... Это у нас сельдерейчик. Убираем надгробие. Так, надеюсь, у нас все получится, ребята. Горохострел. Продолжаем убирать мы с вами надгробие. Ставим сельдерейчик. Так, опасно, опасно. Да, действительно, ребята, сложно я тут вижу. И давайте, наверное, лучше всего всех замедлить надо, да? Сразу же используем мы с вами удобрение. Так, бумеранги тоже не забываем ставить. Убираем надгробие. Так, как же нам быть? Давайте уберем мы здесь с вами горохострел и лед. Поставим лед. Стоит ли замораживать всех? Ну, давайте всех заморозим. А то проиграем к чертям. Так, ставим сразу сельдерейчик. И поехал, побежал, побежал. И все, окей. Но надгробие он, конечно же, не убирает. Зомби убивает, когда пробегает, но... Надгробия остаются. Так, давайте убираем надгробие, которое находится к нам ближе всего. И так, у нас, ребята, мы видим, никак не получается атаковать зомбосса, да? Чувствую, я тут будет очень сложно, походу. Давайте пока что заморозим, окей. Вот так вот. И побежал. Окей. Сейчас заново всех выстроим. Поставим новые растения. Еще льда. Надгробие у нас появляется на самом начале. Давайте вот сюда поставим. Так, нам срочно нужно убирать надгробие, ребята. Так, здесь, здесь. Так, как нам быть-то, ребята? А что будет, если... Так, давайте заморозим всех. Сейчас проиграем. Да, очень сложно, кстати. В прошлый раз было проще, ребята. Эх, зря я поставил. Зря я поставил. Давайте используем еще буст. Сейчас нас тут убьют, а то. Так, как же нам быть-то, ребята? О, сельдерейка, давай, мочи. Окей. Все, отлично. Снизу мы проблему решили. Но нам бы еще, ребята, кактус. Вот так вот. Или могильщик, не знаю. Каждый называет по-разному. Но мы потихоньку, ребята, убиваем. Потихонечку убираем и убиваем зомбоса. Убираем мы с вами надгробие также. И давайте поближе поставим... Эй. Вот сюда.
Так, у нас все сложнее и сложнее. Сейчас, наверное, еще больше волна пойдет, и нам хана будет. Так, ставим сельдерей. Ставим еще смолистое дерево, что ли. Я не знаю, как это называется. Пишите, ребята, в комментариях. Так, буст. Буст. Давайте поставим на лед. Или растение. А, не растение, а удобрение. Кто как называет. Так. Здесь. Убираем надгробие. Окей. Так, у нас буст лишний. Давайте мы с вами... Не буст, а удобрение, да, путаю. Бывает, ничего. И давайте дерево поставим сюда, чтобы нам замедлило. Так, у нас идут зомби с флагом уже, мы видим. И опасно. Так, что нам лучше всего? Все, окей, убили, наконец. Давайте мы с вами бумеранг используем для того, чтобы побольше повредить зомбосса. Заморозочка. И так. Ставим лед. Вот так вот, отлично. Давай, кусай. Кусай, кусай, кусай. Убираем надгробие побыстрее. И давайте пустим бумеранг. Опасно. Сейчас всех сожгут к чертям. Так, давайте уберем мы с вами один горохострел и поставим сюда дерево. И побежит, и мы используем вот так вот. И таким образом, ребята, во время того, когда он бежит, мы можем использовать удобрение, и у нас босс останавливается. Вот такой вот, ребята, лайфхакчик вам. Так. Тихо, 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 тихо. Отлично. Так, сейчас тут всех сожгут опять. Ну-ка, стойте, ребята. Отлично. Так, нам нужен срочно лед. Замораживаем всех. Отлично. Ставим дерево. Окей. Вроде все ок, да? Сейчас пускай зомби с флагом пройдут. И поставим сельдерейчик. Вот так вот, отлично. И что же нам лучше всего использовать? Давайте используем мы с вами бумеранг. Побыстрее уничтожим. Так, горохострел. Сельдерейчик. И давайте еще, еще удобрение. Отлично. Так. Окей. Окей, окей, окей. Ставим сельдерей. И давайте еще лед используем. Заморозим всех. Отлично. Так, идет у нас зомби с флагом, говорю, зомби с факелом. И давайте всех заморозим. Ах, поторопился, да, поторопился. Ничего. Не то поставил. Давайте вот так вот. Так, у нас, ребята, нашествие зомби с факелом. Мы их замораживаем. Так, у нас лед стоит, все окей. А, и давайте мы с вами используем еще бумеранг. И у босса, не, ребята, не получается нас атаковать. Он не сможет по нам пройтись. Еще чуть-чуть, ребята, последняя шкала у нас остается. И мы даже, знаете, что можем сделать? Давайте поставим еще вот сюда. Вот, и он будет также атаковать.
Так, тихо. Вот так вот мы останавливаем с вами зомбосса. Отлично. И продолжаем. Продолжаем выставлять наши растения. Еще чуть-чуть, ребята, остается. И мы, наконец-то, замочим. Так, у нас пошли, ребята, Гарганчу. Все, нам сейчас точно будет хана. Сельдерей, я вижу, ставить, по ходу дела, бесполезно пока что. Давайте заморозим всех. Вот так вот, отлично. И что, он хочет побежать? Нет, не получится. Стой. Вот, отлично. Так, у нас, ребята, лайфхак, да. Вот так вот, отлично. Ставим мы сами дерево. Так, что же нам лучше всего сделать? Ну, давайте еще бумеранг используем. Так нам проще будет зомбоса убить. Зомбоса убить не так-то просто. Давайте заморозим. И бумеранг. Стой, не торопись. Отлично. Еще чуть-чуть у нас остается. И мы почти что уже победили. Почти победили. Так, давай побольше льда. Вот так вот, отлично. Еще чуть-чуть. Да, в принципе, ребята, мы сейчас можем с вами использовать один буст. Удобрение и... Нет, еще одно удобрение. И мы покончим с этим. Все, отлично. Мы закончили, ребята. Кому понравилось, ставим лайки. И подписываемся на канал. Все, прошли мы с вами Древний Египет. 35-й день. Ну что, ребята, в следующей серии мы с вами будем проходить квесты, вот, и получим новые растения. И чтобы не пропустить, вы, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь в Инстаграм. Делайте репосты, комментируйте видео, жмите еще на колокольчик, чтобы приходили вам уведомления. А вы были на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, всем пока!